Войны нельзя избежать. Ее можно только отсрочить до выгоды вашего противника. Макиавелли. А, вот вы где. Прудник, у нас вообще-то совещание. Ты что, сейчас не учили в твоем театре или что? Кто его вообще сюда пустил? Все, я не намерен терпеть этого фарса. Я прочел очень много комментариев на тему жеребьевки первого этапа ТОП-8. Зачем вы подтасовываете результаты? Зачем ты, Игорь, позволяешь им это делать с такой ухмылкой? Женя, успокойся. Жека, что ты завелся вообще? Вы думали, я ни о чем не догадываюсь? Фиг вам. Я знаю, как все было. Короче, присядь. В последнее время я осознал одну вещь. В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Главное вовремя осознать, что ты есть вторым, и сделаться первым. Ты же понимаешь, что вот Ангарбаев перешел в 95, а ты на следующий год перейдешь в 105. Может быть. Ну. Или останешься таким же самым жирным лузером на третьем месте. Я не люблю играть по чужим правилам. Зачем они пытаются заткнуть мне рот? Может, они попытаются меня подкупить? Я не собираюсь с вами ни о чем договариваться. Женя, дай нам минуту. Давай поговорим. Реальность заставляет понять простой факт, который говорит о том, что победить невозможно. Единственная гарантия, которую ты получаешь, это гарантия проигрыша. Главное понять, когда это произойдет. Ну хорошо, раз все так и было, тогда я пойду. Но вы должны понимать, что когда-то это всплывет, и тогда уже вам никого не остановить. Если соперник действительно хорош, он загонит жертву в такую ситуацию, в которой ей легко управлять. Так, стоп! Что это было? Ну, наверное же, кто-то ему об этом рассказал. Да вряд ли, я не думаю, что кто-то ему об этом мог рассказать. А мне кажется, что это от тебя все отходит. Нет, не подумайте. Ты об этом знала раньше. Но я никому об этом не говорила, потому спокойно, что... Я думаю, что никто ему об этом просто физически не мог рассказать. Я не могла, потому что это преждевременно моя репутация, и это не в моих интересах. Я не думаю, что кто-то ему рассказал. Теперь вы точно попали. Теперь об этом узнают все. Лена, покажи ему видео с камер наблюдения.